почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Шекспир, а без него тут никак не обойтись, написал «Загадочное и пророческое». Но тогда дробили череп, люди умирали, и был конец. Теперь они встают с челом пробитым. Любые туманности уйдут, если вы, дорогие слушатели, решитесь на прочтение, безусловно, непростой, захватывающей и расширяющей горизонты познания книги «Дуэль нейрохирургов. Как открывали тайны мозга и почему смерть одного короля смогла перевернуть науку». Автор Сэм Кин, известный американский писатель, общественный деятель, создатель научно-популярных бестселлеров. У него полезная способность информативную, сложную научную проблему раскрывать не в строгой академической статье, а как бы в виде приключенческого романа. Эта книга, как и две предыдущие, «Исчезающая ложка» или «Удивительные истории жизни периодической системы Менделеева» и «Синдром погонения» и другие правдивые истории о гениальности, записанные в нашем генетическом коде, популярно излагает важность профессии невролога, сложные современные знания о мозге. В книге не просто перечисляются факты, но они проиллюстрированы историями открытий, историями людей, невероятными и медицинскими случаями и расстройствами. Поверьте, ни одному фантасту не придумать ничего подобного. Не очень понятно, почему книга называется «Дуэль нейрохирургов». Это скорее путеводитель по нейрофизиологии и нейропсихологии. Еще несколько десятилетий назад неврологи имели только один способ изучения человеческого мозга – дождаться, пока с людьми не произойдет какое-то несчастье. А потом, если жертвы выживут, посмотреть, как изменяется их сознание и восприятие. В неврологии существуют тысячи таких историй, но в «Дуэли нейрохирургов» пересказаны лучшие из них. О карликах, королях, каннибалах и о выдающихся самоотверженных исследователях, чей труд и усилия развивали неврологию. Вопрос, который преследовал Сэма Кина, где заканчивается мозг и начинается разум, побудил его написать эту книгу. К сожалению, вопрос остается без ответа. Хотя на множество других вопросов отвечает сам автор. Как в средние века изучали анатомию людей на козлах? Как сон про сердце лягушки помог понять работу мозга и получить Нобелевскую премию? Как ученые отвечают на вопрос, восстанавливаются ли нервные клетки? Почему мы видим лица там, где их нет, в узорах обоев, нагромождении камней и рельефе других планет? Как ученые искали душу с помощью электрического тока? Как рисовая диета и алкоголизм разрушают память и способность говорить правду? Дорогие слушатели, поверьте, «Дуэль нейрохирургов» Сэма Кина ошеломляет и удивляет. До новых встреч! «Дай почитать».